Ты жива? Где ты? Я не знаю, где я. Сбери меня отсюда. Дашуль, ну открой, пожалуйста. Уходи. Войти. Вопрос жизни и смерти. А что случилось-то? Вы понимаете, я люблю девушку. Мы поругались, и она не хочет меня видеть. А мы-то чем можем помочь? Она живет под вами. Можно я пройду к вам на балкон? Я виноват и хочу извиниться. Ну, проходите. Спасибо. Пожалуйста, выйди на балкон. Заходи. Заходи уже. Я когда поняла, куда он едет, я чуть с ума не сошла. Это ж надо такое предательство. И что ты теперь будешь делать? Ничего. В смысле? Я давно все знаю. Ты знал, и ты ничего не сказал мне? Я не знал, как это сделать. Какой же ты друг после этого? Люсьен, ну не обижайся. Ну не обижайся. Как не обижаться? У меня сегодня вся жизнь рухнула. Я осталась без любимого мужчины, без машины и... Еще мне придется уволиться, чтобы не видеть эти довольные физиономии Дашки и Антона. Не драматизируй. Машину починят. Правда, с остальными? Да. В смысле? Как это? А, я поняла. В чем дело? Все. Что? Юрка, сосед сверху, установил у себя в ванной уличное джакузи. Так. Ну? И что? Ну и теперь он со своими гостями у меня дома. Прости, пожалуйста, прости. Это очень смешно. У тебя не только жизнь рухнула, у тебя еще и потолок рухнул. Это у меня теперь потолок 6 метров. Ладно, поехали ко мне. Пока у тебя будут квартиру ремонтировать, поживешь у меня. Все равно я один, а у меня две комнаты. Олег, спасибо. Ты настоящий друг. Привет. Наконец-то я дома. Как дела? Нормально. Ну, а если поподробнее? Аль, мне нечего рассказывать. Это у тебя что ни день, то событие. То гусь яйцо снесет, то собака катится. А у меня сегодня и правда событие.
Недавно позвонили из больницы. Ирина Константиновна, хозяйка Муси, пришла в себя после удачной операции. Понимаешь, что моя теория о тонкой взаимосвязи человека и его домашнего любимца работает. А Олег не верил. Аль, кто все эти люди? И вообще, оставь меня в покое с этими подробностями вашей хвостатой жизни. Мне этого дома хватает. Ты самая красивая. Ты лучше всех. В свадебное путешествие мы поедем на Маврикий. Или на Мальдивы. Ну, или куда захочешь. Дашуль, ты чего? Я что-то не то говорю? Нет. Дело не в тебе. Ясно. Ничего. Моей любви хватит нам двоим. Хочу представить вам нашего нового терапевта, Татьяну Соколову. Моя бывшая студентка, почти отличница и просто хороший человек. С первым рабочим днем. Спасибо. Все, за работу, коллеги. Алина Дмитриевна, как наши дела? А я вот только что как раз посмотрела результаты анализа Банги. Я поздравляю, он абсолютно здоров. Но он по-прежнему ничего не ест. А когда он не ест? Пятый день уже. Как соседу Карлушу отдал. А Карлуша это? Попугай. А. Давайте все сначала расскажу. Карлуша и Банги жили у моего дяди Славы. Год назад он умер, и мне досталась его квартира вместе с этими ребятами. Мой сосед Генка выпросил у меня Карлушу. Я подумал, пса мне будет достаточно. А как только клетку унесли, Банги объявил голодовку. Может, пес так привязан к птице? Алина Дмитриевна, пожалуйста, не очеловечивайте собак. Недаром в английском языке все животные среднего рода. Ид. Как все неодушевленные предметы. Нет, ну это удивительно, удивительно, как вы можете так заблуждаться. Но собаки, они мыслят, переживают, видят сны, наконец. Собаки все делают на инстинктах, эмоции тут ни при чем. Да? А почему Банги тогда не ест? Я не знаю, видимо, этому есть какое-то простое объяснение. Алина Дмитриевна,
Клетка с попугаем стояла на высоком холодильнике, и Банги видеть-то Карлуша не мог. Ну, а что, если вернуть попугая на место и посмотреть, что будет? Может, попробовать. Угу. Жалко Банги, он слабеет на глазах. Всего доброго. До свидания. До свидания. Алена Дмитриевна, вы поступили непрофессионально. Подменить врачебную помощь сомнительному совету. Да, ну а что, если пес начнет есть? А если не начнет? Спорим? Спорим. На что? На обед в кафе. Обедать за счет женщин не в моих правилах. Но тут дело принципа. Прекрасно. Что за штука такая? О, это аппараты для лечения с помощью переменных модульных токов. Понятно. Я с техникой на «вы». У нас в семье все такие. А что у вас за семья такая? Родители фермеры. Вот, коровы, козы. Хозяйство не маленькое. Меня и ветеринарные отправили, чтобы было кому их лечить. А вы решили в городе остаться? Так получилось. Ну и здесь же нужно кому-то лечить животных. И Николай Сергеевич сказал, что вам ветеринар очень нужен. Ну если Николай Сергеевич сказал, ну, он знает, что делает. Он невероятный. Я ему так благодарна. Мы со всех ног на его лекции бежали. И все наши девчонки были в него влюблены. Верите? Верю. В него трудно не влюбиться. Он ест. Представляете, Банги начал есть. Ну, спокойно, да нормально. Пес 5 дней не ел, он проголодался. Да нет же. Миска с едой стояла полная. Я принес попугая, поставил его на холодильник. Мне позвонили, я вышел, прихожу, а миска пустая. Алина Дмитриевна как в воду глядела. Да нет, это просто совпадение. Да нет же, все как она говорила. У вас веб-камера есть? Конечно. Точно! Отличная идея! Я мигом домой и обратно. Мне тут недалеко. Мне только что сказали, а почему ты уходишь? Что случилось? Ничего особенного. Я просто увидела вчера твой холодильник. Вы знаешь, что друг друга стоите. Ой, девочка моя. Хорошо, что ты избавила меня от неприятных объяснений. Понимаешь, мы с тобой слишком разные. У нас все равно не было будущего. Но мы же с тобой останемся друзьями. Антон, я тебя хорошо знаю. Тебе явно от меня что-то нужно. Но лавочка закрыта. И да, друзьями мы с тобой не останемся. Чао, какао.
Алина Дмитриевна, можно вас на секунду? А кто мне объяснит, что здесь происходит? Я установил программку, забрал соседа Карлушу. Банги все съел, но я не видел, как и почему. Неизвестно, кто именно ел из миски. Ну, когда будете заказывать мне проспоренный обед, учтите, что я люблю спаржу и морепродукты. Банги, банги! Привет, дружище! Это же голос дяди Славы. Дяди Славы? Который умер? Поешь, да, хозяин банги. Поешь, дружище. Да ладно, фэнтези какое-то. Ну почему? Попугай просто подбадривает пса голосом умершего хозяина. Ай да Карлуша. Ну а вы не знали, что он умеет разговаривать? Да понятия не имел. Теперь-то я с ним точно не расстанусь. Спасибо вам большое, вы мне очень помогли. До свидания. До свидания. До свидания. Так кто был прав? Пожалуй, я больше не буду жалеть о том, что я работаю в ветклинике. Тут не соскучишься. А вы что, жалели? Нет. Нет, это так, к слову. Знаете, меня тронул этот пес. Удивительная верность. Да бросьте, Алина, это обычные инстинкты, о которых я вам говорю. Ну, переубеждать я вас не стану, смысла в этом никакого нет. Вы сами скоро поймете, как были неправы. Кстати, вы проспорили мне обед. Спаржа и морепродукты? Да. А знаете, у меня есть идея получше. Я приглашаю вас к себе. Я неплохо готовлю, уверен, вам понравится. И можем распечатать объявление о нашей собаке. Вдруг ее хозяин найдется. Уговорили. Тише. Сейчас поможем. Так, ну что у вас? Да это не кот, это монстр какой-то. Он не дает мне прививку сделать. Так, понятно. Ну, сейчас. Давай. Поможем. Вы держите задние лапы. Я передние. Тихо. Так. Рука. Ага. Так. Да что ж ты. Так, все. Переходим к плану Б. Леночка, ты незаменима. Только не пугайтесь. Сейчас будет громко. Быстро. Коля, пока не опомнился. Все. Тише. Где так научилась? У меня кот бандитская морда, вечно на стол лез. Но я решила его пугнуть. Кот был в таком ужасе, что почти сутки просидел под диваном. Все, забираем клиента. Жорик, тихо. Уносим. Тихо. Спасибо вам огромное. А можно ваш телефончик? Для Жорика в воспитательных целях. Ну, пойдемте. О, царапина. И глубокая. Так, надо обработать. Не больно? Немножко. Это было потрясающе вкусно. Вы действительно хорошо готовите. Я старался. А вы заранее купили морепродукты, потому что предчувствовали свое поражение? Просто я тоже люблю морепродукты. Это ваша девушка? Я ее помню. Надеюсь, вы помирились?
Нет, мы расстались. Неужели из-за нашего пса? Ну, из-за него тоже. Да, люди по-разному относятся к животным. Мой муж, например, он с трудом переносит наших питомцев. У нас 3 кошки и енот. Ничего себе. Целый зоопарк? Ну, просто не было другого выбора. От них от всех отказались хозяева, ну, кроме енота Семена Семеновича. У него другая история. Расскажите. Расскажу по дороге. Ну что, пойдемте развешивать объявление? Пойдемте. Так вот, моего енота Семена Семеновича усыплять принесли. Он хозяину загранпаспорт постирал, и у того сорвалась какая-то важная сделка. Вот, ну, я проделала уже известный вам трюк с анестезией. А хозяин ночью напился, затасковал, стал требовать тело енота для погребения. В общем, все телефоны в клинике оборвал. Звонил мне тоже до посинения. Ну, так и отдали бы ему его, раз он напомнился. Ну, что значит отдали бы? Он же... Ну как? Он своего друга к смерти приговорил. Нет, ну... Ему вообще доверять животных нельзя. И что, забрали енота к себе? Да. Ну, экстремалка. Ну, немного. Ну, в общем, теперь... Никогда не знаю, что он в очередной раз постирает. Я вам в прошлый раз еще говорил. Никуда мы отсюда переезжать не собираемся. Послушайте, давайте рассуждать как два бизнесмена. У вас финансовые проблемы, а я предлагаю хорошие деньги. Не нужны мне ваши деньги. Я расширяю сеть своих заправок, и ваш участок для этого идеально подходит. И вообще, какая вам разница, где своих животных лечить? Я даже сам берусь подобрать вам новое помещение. Не нужно мне ваше помещение. Вот здесь, в центре района, наша клиника стоит уже 1000 лет. Людям... Кому яйца? Людям и животным вот здесь лучше. Похоже, мы с вами друг друга не понимаем. И не пойму. Никогда. Всего хорошего. И вам всего. Ну что, он сдался? Да какой там? Прямый как осел. Нужно искать другие пути решения проблемы. Ну, так не впервой. Не-не-не, погоди. Вначале я попробую задействовать админ-ресурс. Ваня. Слушай, у меня такая идея родилась. А приходите с Виталиком. В субботу ко мне на шашлыки. Ну да, по-соседски. Я подумал, можно и Таню пригласить. Как думаешь, это удобно? Конечно. Да, если она не откажется. От шашлыков? Да никогда. Давай я приглашу Татьяну на шашлыки к себе. Ну, а ты просто зайдешь к нам по-соседски. Отлично. Отлично. Можно тогда и Олега позвать. Давай. А кто у нас в субботу в клинике дежурит?
В субботу Тимур. В коем-то веке мы как нормальные люди проведем уикенд. Ну что, парень, поправляешься? Да, скоро хозяин твой найдется. Придется с тобой расставаться. А я к тебе привык уже. Ну, не факт, что хозяин найдется. Иногда от животных просто избавляются. И происходит это на дороге. Просто открывают дверь машины, выбрасывают собаку и уезжают. Как это? С собственным псом так? Да. Поиграли и выбросили как ненужную вещь. Вот гады. А вы не хотите взять его себе? Себе? Ну, вдруг хозяин не найдется. Да нет, это невозможно. Очень жаль. Кстати, Олег, мы тут небольшим ветколлективом собираемся у меня на шашлыки. Ну, я с мужем, Бородин, Татьяна, в эту субботу. Не хотите присоединиться? Вот черт, в эту субботу как раз другу обещал помочь с ремонтом. Мне очень жаль. Ну, да, обидно. Как-нибудь в другой раз. Я дурак, да? И где же эта Таня? Не терпится познакомиться с дамой твоего сердца. Так. Перестань смущать Николая. Какая дама сердца вообще? О чем ты? Просто моя бывшая студентка и нынешняя коллега. Ну да, конечно. Старый ловелас. Вообще-то это я позвала Татьяну. Она у нас недавно, пусть почувствует себя своей в нашем коллективе. Здравствуйте. Привет. Да. Пойдем? Ага. Здравствуйте. Танюша, знакомьтесь, это Виталий, Алин муж. Очень приятно. Очень приятно. Терпеть не могу этого бандита. Вечно он все портит. Просто не надо разбрасывать свои вещи, где попало. Нет, нет. Еноты, создание тонкой организации. Да, Семен Семенович? Он же чувствует, что ты его недолюбливаешь. Вот и мстит. А я что, должен его любить? Я знаю, что ты обо мне думаешь, но скоро все изменится. Мне предложили крутую должность, престижную и перспективную. Хотя кому я это все говорю? Людям, чей потолок выводить блох у собак и кастрировать котов. Девичья красота, ой, да то у девки, да не расчесана коса.
что это на Лининого мужа нашло? Или он всегда такой? Да нет. Раньше они с Алькой прекрасно жили, а сейчас что-то ссорятся. Зря. Мне кажется, Алина невероятная. Виталию очень повезло с ней. Да вы правы, Танюш. Но Виталик вечно соревнуется со своей женой, вечно ей проигрывает. Почему-то считает, что все его недооценивают. Ну, может быть, жизнь и правда к нему несправедлива. Жизнь никому не выносит приговоров. Она течет ровно туда, куда мы ее сами направляем. Предлагая иногда немного чуда в виде бонуса. Чудо же никто не отменял, да? Спасибо вам за прекрасный вечер. Вам спасибо. Странный вечер. Да. Бегать будешь. Будет же, да? Обязательно. Пойдем, пойдем. Спасибо вам большое. До свидания. До свидания. Она же ведь уже не встанет? Ну, скорее всего, нет. Почки отказывают. Что это? Ложь во спасение? Не совсем. Я капаю те же витамины. Ей от них лучше. Все равно не понимаю. У кошки 19 лет. Она борется, она пытается встать. Катюша дает ей этот шанс. Ну и, как любит повторять Николай Сергеевич, чудо никто не отменял. Я хочу реабилитироваться. Сделать для вас что-то вкусное. И снова пригласить себя в гости. Смотрите, я могу так и привыкнуть. Да, я этого и добиваюсь. Представляете, хозяин собаки нашелся. Он там, в холле. Ну что, парень, пришла пора прощаться. Алина, возьмите его, сейчас подойду. Да, хорошо. Пойдем. Пойдем. Пин-код, пожалуйста. О! Вот и мой барин. Добрый день. Как хорошо, что вы нашлись. Еще бы не найтись. Весь район вашими объявлениями обклеен. Ну чего, домой пойдем? А? Бармалей, сколько все это безобразие стоит? 37 тысяч. Ну, ребята, вы даете. У вас тут что, 5-звездочный отель? Ну, вы следите за своим барином, чтобы он больше на дорогу не выскакивал? Да буду следить, не сомневаюсь. Он у меня в ролике снимался. Но тупил. Я его поучил немного. Он с поводка сорвался и сбежал. А что значит поучил? Ну, как собаку поучил? Дал по заднице пару раз, и все. Угу. То есть вы его били? Почему бил? Я его воспитывал. Мне вообще в приюте сказали, что он все команды знает. Я же говорю, я его хотел задействовать в своей рекламной кампании.
А он меня не слушался. Вот получил по одному месту. Ну что, бывайте, эскулапы. Пошли. Идем, дрянь какая. У него же шов. А, не смейте так обращаться с собакой. Ты что, мне будешь рассказывать, как мне обращаться с моей собакой? Да, буду, потому что я за него в ответе. Прекратите вообще немедленно. Ну, ты? Так, а ну прекратил. Я тебя сейчас прекращу. Я тебя сейчас так прекращу, что мало не покажет. Значит так, собаку мы вам не отдадим. Убирайтесь из клиники, иначе мы вызовем полицию и привлечем вас за нанесение телесных повреждений. И заберите свои деньги. Исчезнул. Вы идиот. Даже не понимаете, с кем вы связались. Ну ничего, я вам устрою веселую жизнь. Твари. Тупые твари. Я сам поведу. А вы молодец. Да вы тоже молодец. Тут еще герой. Кстати, экстремальная ситуация очень сближает людей. Может, перейдем на ты? Давайте. Давай. Считай, что уже перешли. А поцеловаться? Ну, вы даете, ребята, а? Так приложить будущего мэра. Что? Вы что, не узнали? Ну, это ж Крюков. Его бордами весь город уклеен. Честность, мудрость, доброта и фото. Кажется, мы себе нажили врага. Да уж, ситуация. Ну, а собаку все равно придется отдать в приют. Ну уж нет. Я его не отдам. Я его себе заберу. Ты же сказал, что это невозможно. А все меняется. Привет. Привет. Ой, какой красавец. А что это у нас за гость? Это лабрадор-ретривер. Теперь мой. Обалдеть. Да. Ты и собака. Вообще не вяжется. Да, сам не могу поверить. Ну, давай, берем. А как его зовут? Барин. Ну, как-то ему имя-то не подходит. Ну, так назови по-другому. Это же теперь твоя собака. Да. Собака изменила мою жизнь. Пока непонятно, в какую сторону. Так вот, кто стал триггером для нашего Олега. Точно. Триггер. Хотя нет, как-то сложно, да? Может, Тришка? Тришка. Тришка! Триша! Триша! Только почему ты все-таки его взял? Ну как почему? Своих не бросаем. Пасок! 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 Мы с вами находимся возле клиники, где вчера произошло событие, которое взбудоражило весь город. Врач Усатого-Хвостатого нагло отобрал домашнего любимца у члена горсовета и у кандидата в мэры нашего города Леонида Михайловича Крюкова. Ветеринары вымогали деньги, оскорбляли и применили физическую силу против уважаемого человека. А прямо сейчас мы попросим прокомментировать эти события владельца клиники. Николай, скажите, вы знали, что ваш сотрудник занимается догнеппингом? Это полная чушь. Наш сотрудник пса не воровал. Он спас его, проведя сложнейшую операцию. Нам стало известно, что доктора Романова уволили с предыдущего места работы, и его не хотела брать ни одна другая клиника нашего города. Чем вы руководствовались, когда принимали на работу человека без ветеринарного образования? Здравым смыслом. Извините, меня животные ждут. Честность, мудрость, доброта! Крюков наша родная!
Мы будем продолжать следить за развитием ситуации вокруг скандала в этой клинике. Доброе утро, Леночка. Пригласить ко мне Олега. Николай Сергеевич, его нет. А где он? Его в полицию вызвали. На него же этот Крюков заявление написал. Нанесение материального ущерба, оскорбление чести и достоинства. Ему теперь реальный срок светит. И у нас сегодня ни одного пациента. Николай Сергеевич, нас что, закроют? Вашему Романову предъявить нечего. Людмила Михайловна, а вот прямо сейчас со мной в полицию сможете поехать и все подтвердить? А? Поеду. Собачники своих не бросают. Только девочкам пару распоряжений оставлю. Ну что, по-прежнему никого, да? Звонил Николай Сергеевич, сказал, что с Олегом все будет хорошо. Yes. Привет! День добрый. Мы с Тишей Николаевной на капельницу. Наконец-то первый клиент. Ой, скоро у вас от посетителей отбоя не будет. После сегодняшнего-то митинга. Да, вас теперь весь город знает. Как говорит мой препод по социологии, все реклама. Кроме некролога. Хорошо, если так. Иди уже, Алина Дмитриевна процедурный. Таким образом, дело с громким названием «Догнэппинг» закрылось, едва начавшись. А Олег Романов оказался не только замечательным хирургом, но и прекрасным человеком. Ведь далеко не каждый, найдя на дороге сбитую собаку, бросится ее спасать в ущерб своим интересам. С вами была Анна Соколова для канала «Время». Вообще-то собаку сбила я. С этого момента все и разлезлось по швам. А иначе и быть не могло. Вы с Олегом из разных миров. С тобой, значит, из одного. Конечно. Я умею правильно расставлять приоритеты. Молодец. Я до сих пор удивляюсь, как ты умудрился спрыгнуть ко мне на балкон. Повторяю. Я всегда знаю, чего хочу. И как этого достичь. Да, не сейчас. А когда? Перевязочные, катетеры, кошачий наполнитель заканчивается. Да, и закажи побольше древесного. Всем добрейшее утро. Спасибо огромное за помощь. Николай Сергеевич, если бы не вы, я не знаю, во что бы этот бред вылился. Почти уголовник, но свой. Своих не бросаем. У меня такой же девиз. Николай Сергеевич, извините, ради бога,
Ну, куда ставить Сенбернару вакцину от вирусной лейкемии? Как можно ниже коленного сустава. Пойдем, покажу. Здравствуйте. Мне нужен самый лучший доктор. У нас большие проблемы. Пойдемте, мы вам обязательно поможем. Спасибо. Давайте помогу. Благодарю. Аккуратненько. Привет. Так, и что его беспокоит? Да это не его беспокоит, а меня. Он скулит все время. И днем, и ночью. Я из-за него выспаться не могу. Ну, хорошо, будем разбираться. Я возьму все анализы. Ой, да не надо никаких анализов. Просто вырежьте у него голосовые связки. Я изучила, собакам такие операции делают. Вы можете это сделать? Сможем. Наверное. А зачем? Понимаете, это собака моего бывшего мужа. И когда он ушел, Тёма стал тосковать и устраивать мне вот эти ужасные концерты. Ну так отдайте ее мужу. Ну уж нет. Он меня предал. Спутался с секретаршей на своей мебельной фабрике. Вот пусть с ней теперь и кувыркается. А пес будет со мной. Так. Так вы сделаете ему эту операцию? Но это может быть очень опасно для собаки. Вплоть до летального исхода. Пусть. Ему еще больнее будет, если Тёма умрет. Хорошо. Оставляйте. Мы попробуем сделать эту операцию. Спасибо. Юмочка, мой маленький. Юмочка, маленький, не скучай. Не скучай. До свидания. До свидания. Не хулигай. Ты что, ты серьезно будешь удалять собаке связки? Конечно. Не. Тогда что? Найду ее мужа и отдам собаку ему. Я смотрю, ты вошел во вкус. Догнеппинг форева? Ты со мной? Естественно. А как же закон? Ну что, будем сидеть в соседних камерах. Так, вопрос, как мы найдем хозяина? Итак, у нас две новости. Одна хорошая, другая плохая. Хорошая, мы знаем, что он работает на мебельной фабрике. А мебельная фабрика у нас в городе всего одна, Ампир. Угу. Плохая новость, то, что там работает половина нашего города. Как мы его найдем? Ну, а Тёма нам на что? Да? Точно. Тёма! Тёма! Я все узнал. Проходная здесь только одна. Мимо нас он точно не проскочит. Вашей жены. Спасибо. Ну, мы молодцы. Да. Я готов такие подвиги каждый день совершать. Мне понравилось. То есть теперь ты понял? Что ты совершенно удивительная. Да я не о себе. А я о собаке. А я о тебе.